братишки, кочерышки. Ну что, узнали меня? Правильно, правильно, это я. Это я, ваша любимая бабушка, бабуленька Шапохляна. Ну что, как дела? Как учитесь? Хорошо? Да. Вот и плохо. Я не люблю тех, кто хорошо учится. Мои любимчики, знаете кто? Самые примерные хулиганы, самые отличные двоечники. Вот кого вам надо брать пример. А то мало у меня настоящих учеников. Мало ребят, которые умеют красиво сделать хорошую пакость. А это все потому, что вы не хотите у меня учиться. Я знаю, кто вам нравится. Чиполлино, Карлсон, Винни-Пух. И этот, самый главный ты мой враг, Чебурашка со своим крокодилом. Эх, кто же нашел товарища? Одна морда чего стоит. Ну ничего, ничего, я тоже не одна. У меня друзей полно, сейчас вы их услышите. Отличные друзья! На маску жизнь рвать на части! Вот это жизнь, вот это счастье! Ломать, кружить, рвать на части! Вот это жизнь, вот это счастье! Вот они, мои милые, вот они, мои тихенькие, мои разбойнички! Сейчас я им устрою проверку на храбрость! Эй, вы, что у меня в руках? Крыса! Лариса! Правильно, Надя, держите! Да, Паралон, это который в Древнем Египте гробницу клали. Так и называется, гробница Паралона. О, Сфинкс! Какой стыд, какой стыд! Паралон спутать с Фараоном! Вы хоть в школе-то учились? А как же? 4 класса окончили. Все вместе. Так и видно. Разве такие необразованные могут с чем-то справиться? Вы со своими музыкантами и тут справиться не можете. Ой, бабка, не обо мне. Во-первых, я вам не бабка, а гражданка Шапокляк. А во-вторых, только я знаю, как победить этих... Ой, держите меня. Она знает, какая это шляпокряк. Нет, шляпа. Квок. Да нет, шляпа-брык. Молчать. Слушайте меня. Вы мне поможете поймать Чебурашка, а я вам помогу помочь поймать вам ваших музыкантов. План у меня готов. Кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто таким? Вы что, не видели фильма с моим участием? Не, я только ну погоди смотрю. О, ну это тоже наш человек, надо его позвать. Кто? Волк. Волк! Волк! Волк, да помогите же мне! Волк! И когда к нему подойдет Чебурашка, ты выпрыгнешь и засунешь в этот мешок.
мешок его. А зачем Чебурашка пойдет к мешку? А это уже моя забота. За дело!